Сикейруса. Всем привет! Шиповник отцвел. Все отцвело. В том Советского Союза прям даже пахнет СССР. Да уж. Хорошо, еще парадный закрыли. Интересный цветочек там. Кустики красивые очень. Молодцы, хотя бы вот ухаживать стали. А то вечно тут все валялось у них. Просто какая интересная. Шиповник. Такой розовенький. Какой интересный вообще. Такие даже не знаю названия. Такую доминку построили. Да, тут жить, конечно, проезжей части. Это я хочу сказать, что не такое большое счастье. Это, наверное, боярышник или как-то, мы не знаю. Какой интересный кустик. Вот прелесть какая. Смотрите, везде, надо же, как расплодилось. Смотрите, как этот самый, что слизни эти появились испанские. Притащили из Испании с продуктами, с овощами, с фруктами, не знаю. Но они сжирают наш город. Вот, интересно. Это похоже. Ух ты! Это либо черешня, либо вишня. Даже вот плоды были съели, наверное. Так, ну еще сейчас это дерево. Спилили, похоже, оно. Так. Кстати, деревья всякие басни ходят. Оказывается, на своем участке ты дерево можешь пилить. Не надо никакую справку брать. Это все-таки бред несут. Я вот вчера об этом узнала. Такое интересное. Вот малина вот это, наверное, да, малина такая декоративная, так скажем. У меня что-то погибла она. Так, вот это тоже, это сирень. А вот это рядом сирень, не знаю, что. Конечно, в городе у нас что, сирень, вот это березки. Вообще так светло, хорошо. Он очень такой высокий. Улицу Сикейруса вам показала. Всем приятного вечера. Сейчас загружу на канал, если получится, потому что ограничили совсем в загрузках. Вот. Прогулку совершила вместе с вами. Приятного вечера.